Полное описание и точно дата выхода 15 и 16 серии нового сериала «Русские горки». 15 и 16 серии сериала выйдут на Первом канале 30 сентября. В новых сериях мы увидим, как Боб приезжает в Москву, где знакомится с Ницей и семьями Харпер, Шварц и Иконниковых. Ница производит на Боба неизгладимое впечатление. Боб уговаривает Севу бежать на запад во время предстоящего симпозиума в Финляндии. Жизненные устремления Севы и Ницы все больше расходятся. В тот день, когда Сева улетает в Хельсинки, Ница выходит на Красную площадь с плакатом против ввода советских войск в Чехословакию. Ее арестовывают. Напомним, 15 серия сериала выйдет на Первом канале 30 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.